работе вашей СМИ. Вы лично, вы будете гореть в аду. Понимаете, девушка? Вы будете за ваш грех, за ваше преступление будут отвечать ваши дети. Ваши дети, Господь Бог будет вас судить. Ваши дети будут отвечать за ваши грехи. А ваши грехи – это разжигание фашизма, нацизма на Украине. Сейчас идем. Тут автобус. Пожалуйста, за гробом самые близкие родные в первую очередь пройдете